Она ангел. Святая. От нее исходит свет, Господен. Значит, все они были правы, на мой счет. Они были правы. Знаю. Мы такие и есть. Всегда были. Они жгли меня, а я притворился, что все демоны изгнаны. Но я-то знал, огнем от тебя не избавиться. Они все жгли меня. На мне остались шрамы. Но и под ними скрывался ты. Ты был здесь. Ты всегда был здесь. Я сдаюсь, демон. Громче. Отныне мы, демон. Мы! Но я не единственный демон в этих покоях. Никому нельзя! Отпустим его излишнему Теодоре! Я бессмертен, а ты нет! Умри! Все ни по чем. Теперь пора. Только не это! Ты убил епископа Газлена, дьявол! Не в первый раз. Может, он снова восстанет из мертвых? Довольно, стена, не дерись! Можно закрыть его в комнате. Не смей подходить! Или что, Карл? Он ведь не зря боится огня. Сейчас все закончится, Карл.
Выпусти меня, свинья! Сперва поклянись, что никогда не поведешь войска в Англию. У тебя была возможность заключить союз с моим народом. Нужно было лишь вернуть мне моего сына. Целый народ важнее одного ребенка. Для тебя, да. Нет! Не смотри на меня! Не тревожься, муж мой. Я здесь с тобой. Оставь нас. Все будет, как я обещал. А если нет, то я вернусь за ним. Знаю.